Добрый вечер всем друзьям и всем нашим единомышленникам. Я горячо вас приветствую. Меня зовут Ирина Аронец. Я являюсь независимым партнером и соучредителем, партнером-соучредителем круизного клуба InCruises. Сегодня я вам расскажу массу интересной информации, массу необычайной информации и массу очень избранной информации для избранных людей. Пожалуйста, оставайтесь все с нами на связи, приглашайте еще всех, кого можете пригласить к нам сегодня, и мы начинаем, потому что история нашего рассказа сегодняшнего будет очень интересна. Что же я вам сегодня расскажу? О том, что существует в нашем мире необычайный, чудесный, замечательный, интересный круизный клуб. Международный, который работает уже почти полтора года, можно сказать смело полтора года уже на рынке нашей круизной индустрии, очень смело шагает вдоль по всем странам, приглашает людей в круизные путешествия, очень много людей уже с нами, очень много людей уже путешествовали в круизах, и мы продолжаем дальше. Почему? Потому что мы это партнеры, члены клуба данного, и нам все это очень-очень нравится. Почему? Потому что мы можем быть в круизах в самом лучшем виде отдыха, который вообще существует на Земле. Это уже признано многими-многими экспертами по туристическим путешествиям, по турам, по различным профилям, которые занимаются исследованием, как людям лучше отдыхать в этом мире. Так вот, все-таки рейтинг номер один бьет каждый год и все больше и больше именно круизный отдых. Почему? Сейчас об этом я тоже вам расскажу. Мы с вами узнаем разные стороны жизни в круизном отдыхе. Но то особенное, о чем я хочу рассказать, это то, что дает еще и наш клуб. Наш клуб InCruises предоставляет возможность быть в круизе намного дешевле, чем предоставляет любой туроператор. И даже любая круизная линия или тот же круизный лайнер, на котором вы хотите отправиться в круизное путешествие. В нашем клубе вы можете иметь вообще бесплатно круизы. Этого слова, может быть, вы не слышали где-то в турагентстве, чтобы вам давали бесплатно круизы. Это действительно наше уникальное предложение. И если вы будете с нами, будете всю жизнь практически путешествовать в круизах бесплатно. Да, это совершенно реально. И именно потому, что в этом клубе я уже полтора года, я имею смелость говорить то, что я говорю, что это абсолютная правда. Можете не сомневаться в каждом слове, которое я до вас доношу, потому что я в этом уже живу давно, я это уже все на себе опробовала. Также у нас есть многочисленное количество наших партнеров, которые делают то же самое и то же самое говорят, потому что они подтверждают фактами. Фактами теми, что они были уже очень много раз в круизах, фактами теми, что они были в круизах бесплатно, многие из них, из наших партнеров, и я в том числе. И не только это, а самое интересное, наверное, вообще для большинства людей в этом мире, это то, что мы можем еще и отдыхая в этих прекрасных круизах зарабатывать деньги. То есть мы путешествуем и в то же время зарабатываем деньги. Многие в это не верят, я знаю, потому что практически каждый день слышу такие вопросы, сомнительные, скептические. Неужели? Да не может быть, да я не верю, да докажите, да ну где же? Ну вот сегодня вам доказываю в очередной раз, что все это действительно правда. Мы сказки тут не рассказываем, нам некогда заниматься сказками, да? Мы воплощаем свои мечты в реальность, мы воплощаем наши придуманные сказки в действительность, и мы просто живем в этих сказках, будучи членами и партнерами клуба InCruises. Давайте немножко посмотрим правде в глаза и на реальность. Что же именно, кто такое нам дает круизный клуб, и вообще, кто такой круизный клуб, кто мы такие? Итак, InCruises – это клуб путешествий. Основанный этот клуб на членстве, которое возможно у нас только по личному приглашению. И сфокусированы мы на круизной индустрии. Почему, вы тоже об этом сегодня узнаете. Очень важно то, что также наш клуб является почетным членом Международной ассоциации круизных линий
который называется сокращенно КЛИА. И кто имеет какое-либо отношение к туризму, он, я уверена, слышал такое название КЛИА. А кто вообще близко с этим имел дело, тогда в этом случае, если вы слышите слово КЛИА, я уверена, что вы обязательно будете здесь. Поэтому, почему? Потому что это очень серьезно, потому что это очень солидно, потому что быть членом круизной ассоциации КЛИА может далеко не каждый. И если у нас есть данная регистрация, это значит, что мы полностью надежная компания, мы полностью легальная компания, и у нас есть все необходимые документы для того, чтобы работать спокойно на все страны мира. И еще и то важно, что у нас также есть лицензии и регистрации во всех необходимых штатах Америки. У нас есть бронирование круизов от самых-самых брендовых круизных линий. Вот здесь на этом слайде вы можете слева посмотреть логотипы этих известных, самых известных в мире круизных линий, которые уже осуществляют свои круизы по всему миру многие десятилетия. Очень многие десятилетия, много лет. И они все просто в восторге. Почему? Потому что людям очень нравится круизный отдых. Спрос на круизы, на круизные путешествия растет в каждый год растет практически на несколько миллионов пассажиров, увеличивается. И это абсолютно доказуемо. На одном из слайдов какой-то из моих презентаций вам показывала рост спроса, именно сколько, например, в прошлом году было у нас 21 миллион пассажиров, в этом уже 25 миллионов пассажиров купили круизы на вот такие вот известные круизные линии. И это число растет буквально не то, что с каждым днем, а с каждой секундой уже. Почему? Потому что это очень-очень комфортно, это очень удобно, это намного-намного выгоднее сейчас стало, особенно благодаря нашему клубу, и это действительно очень интересно. Итак, если сказать именно о нашем клубе, то у нас уже за эти полтора года есть партнеры и члены более чем в 150 странах по всему миру. И я думаю, это немножко даже устаревший слайд, у нас уже намного больше этих стран, они скоро уже будут приближаться к числу 200, к цифре 200. Итак, что очень важно, то, что лидерская команда руководства, которая занимается, возглавляет этот клуб, имеет более чем столетний совместный опыт работы в индустрии путешествий и сетевого маркетинга. Именно все это совместил наш клуб. И давайте посмотрим, что же это за команда, кто входит в эту сильную лидерскую команду. Итак, самый главный человек, основатель нашего клуба, генератор этой прекрасной идеи, это Майкл Хатчесон. Майкл Хатчесон. Ну, сокращенно его любя так называют в Америке Хатч. Вот здесь на этом слайде вы можете видеть его и также его совместную группу Executive Advisors, то есть исполнительный комитет, который является и его помощниками, и его главными инвесторами, и его совладельцами, в частности Франк Кадина, вы тоже его здесь видите, это один из сооснователей Incruises, он является и финансовым директором клуба и также разработчиком всего программного обеспечения, которое имеет наш клуб. Ну, а также у нас есть очень известные юристы, тоже вы здесь можете видеть, и турагенты, это бизнесмены, которые возглавляют службу бронирования и связи непосредственно с круизной ассоциацией. Поэтому у нас прямой выход на все круизные линии. Вот самое главное достоинство нашей круизной компании. То, что мы имеем выход на все круизные линии без посредников. Благодаря тому, что мы имеем, конечно, регистрацию в КЛИА, и благодаря тому, что КЛИА также помогает иметь договора со всеми круизными линиями. И это самое важное, на чем все строится и с чего начинается, в принципе, и продажи круизов. Да, я начала говорить о том, что мы были в круизах, да, и то, что мы делаем здесь, это мы путешествуем в круизах.
Ну и, конечно же, наш самый главный продукт – это круизы, да? Поэтому вот эти все круизы у нас есть. Мы можем заказывать их прямо из нашего кабинета. Вот такие прекрасные идеи воплотили в жизнь Майкл Хатчесон, основатель, и его исполнительный комитет. И мы им очень-очень благодарны, потому что действительно эта идея очень распространяется сейчас с большими темпами по всему миру. Огромный интерес у всех людей. Наконец-то все люди мира могут легко путешествовать. Легко путешествовать почему? Потому что у нас предоставляются цены на половину, как минимум, на половину дешевле, чем вы можете найти где-либо. А за счет чего? За счет модели нашего членства. Об этом мы сейчас тоже поговорим более подробно. А теперь смотрим, что же у нас там следующее. Наш новый сегодня слайд, я немножко обновила наши слайды. И вот такой у нас вопрос. Почему мы фокусируемся только на круизах? Почему InCruises, который называет себя Cruise Smarter, то есть умные круизы, фокусируются именно на круизах? И больше ни на чем, ни на отелях, ни на, скажем, перевозка людей каким-то другим образом или путешествие где-то еще, как-то еще, или, не знаю, масса других услуг, потому что нам все это не нужно. Потому что самое интересное – это действительно круизы. Уже немножко я вам приоткрыла эту занавесь и показала, что это классно, что это интересно, потому что вы можете, находясь на одном таком огромном плавучем городе, на таком прекрасном белоснежном лайнере, в такой вот красоте, которая вас окружает, иметь массу развлечений, удовольствий, иметь абсолютно все и более чем пятизвездочный отель вместе с вами будет курсировать из одной страны в другую, и вы будете находиться при этом в расслабленном, в релаксе, да, наслаждаться жизнью. Что хотите, то и делайте, да, и вас будут возить по миру и показывать все красоты нашей прекрасной планеты. Вот, поэтому это намного интереснее. Ну и как же сделать так, чтобы эти круизы были доступны нам? Именно вот это и делает наш клуб. Поэтому если вы будете с нами, то вы обязательно можете быть в круизах намного-намного выгоднее. Еще одно преимущество нашего круизного отдыха состоит в том, что вы можете увидеть большую часть мира за более короткое время. Правильно, правильно. То есть если сравнивать, например, с путешествием, с каким-то туром в какой-то город, в какую-то страну, да, вы отправляетесь, берете себе тур в любом турагентстве, отправляетесь куда-либо, в одной из стран, вы будете практически только в этой стране и, возможно, только в одной гостинице. И увидите за те же деньги или намного, может, и дороже. И плюс вы еще и устанете при этом, потому что нужно куда-то передвигаться, менять место нужно. Или намного меньше вы сможете увидеть. Вы это все понимаете, да? Благодаря круизу вы можете вот так вот из Греции отправляться в Италию, из Италии в Францию, как вы видели на видео, которое я вам показывала. И буквально за неделю мы можем видеть 3, иногда 2, иногда 4 страны и несколько городов. И при этом всем мы еще и развлекаемся постоянно на нашем лайнере, который просто нас сопровождает и является для нас прекрасным домом в тот момент, хотя это не дом, это, скорее всего, дворец. Потому что действительно там все очень красивое, там все очень шикарное, и ты ощущаешь себя просто королевой, принцессой, принцем, кем угодно вы себя там ощущаете, боссом, не знаю, кем себе вообразите, тем там и будете себя чувствовать, потому что вас будут окружать приятные лица, всегда улыбающиеся, приятный обслуживающий персонал, который готов вам услужить в каждую секунду и вообще все, что будет происходить вокруг вас, все будет придумано именно для вас, чтобы вы там абсолютно не устали, чтобы вам там было весело, чтобы вы просто не имели время поспать, потому что там столько интересного, что все нужно успеть увидеть, попробовать, почувствовать и насладиться очень красивой жизнью в тот момент. И еще раз мы доказываем, что круизный отдых, особенно благодаря InCruises,
стал уже намного дешевле, то есть на 30% или 50% даже он дешевле, чем подобный классический отдых на земле. И это действительно так, потому что если мы сравниваем наши цены и ту возможность, которую нам покрывает клуб практически 50% как минимум, то благодаря модели членства, то мы действительно видим, что это того стоит. Ну и естественно, как я вам уже сказала, что это просто комфортная жизнь на лайнере, потому что вы только прибыли к лайнеру, да, к вашей регистрации, у вас уже заберут багаж, и вам не нужно беспокоиться больше ни о чем. Вам его прямо занесут в каюту, и если хотите, даже могут помочь распределить вашу одежду и все, что вы привезли с собой по полочкам, по шкафчикам, по тумбочкам. Если вам это лень делать, за вас все абсолютно могут сделать. И также вас могут собрать обратно в дорогу, и ваш багаж даже могут отвезти прямо в такси. Вам ни о чем не нужно беспокоиться. И если вы будете плыть или идти на лайнере с одной стороны в другую, да, пока вы там будете спать, и утром вы уже в другом порту будете, вам тоже не нужно беспокоиться, что нужно куда-то за собой тащить эти чемоданы, перевозить опять. Нет, все с вами, все классно, все в той же красивой каюте, которая плывет вместе с вами, и, конечно, вам уже не захочется ее просто покидать, когда закончится этот круиз. И если вы хотя бы один раз будете в круизе, вы обязательно захотите снова и снова, потому что это просто очень сладкий круизный вирус, как мы его называем. Мы здесь уже все стали круизными наркоманами, или как хотите это называйте, но мы просто не можем жить без круиза. Мы – это партнеры InCruises, которые уже многие из нас, как я говорила, были в круизах и опять готовятся снова, потому что им это очень-очень нравится. Итак, не только это, а еще что очень важно, что, конечно, у нас включено в наш круизный ваучер, который мы покупаем у себя в кабинете, бронируем у себя в кабинете, то ли за наши деньги, как минимум 50% от стоимости этого же круиза на сайте лайнера, или же вообще бесплатно, если мы как партнеры их заработали в подарок от компании, то, что мы будем там еще иметь на круизном лайнере за эти деньги, которые уже не нужно будет доплачивать, это, естественно, наш полный инклюзив, то есть все включено, это 24-часовое питание. Да, туда включен завтрак, обед и ужин, скажем так. Сколько может съесть человек. Но на самом деле вы можете там питаться с утра до вечера и с вечера до утра или даже ночью, всегда там все открыто. Есть шведский стол, который вы можете посещать в любое время, в принципе, и там вы найдете массу, большое количество блюд разных кухонь мира. И все это, естественно, великолепные блюда, очень вкусные, и даже если вы захотите просто их перепробовать, вы тоже это не сможете сделать, потому что их огромное количество, и их меняют каждый день. Что-то новенькое, то, что свеженькое, это абсолютно свеженькое, там все абсолютно свежее всегда. И даже если остается большое количество, потому что завозят все свежее, перепроверяют обязательно разные службы, чтобы, то есть вся полностью еда тестируется несколько раз, и все продукты тоже проходят жесткую проверку, жесткий контроль на свежесть, поэтому об этом можете не беспокоиться, действительно, как будто бы вам только привезли из того источника, где этот продукт или плод родился, да, скажем так, или вырос. В тот момент и из него создали произведение искусств и подали вам красиво на тарелку. Так вот, вы можете в этом шведском столе питаться постоянно, или вы можете просто пойти в ресторан, и там тоже будете бесплатно выбирать себе из меню какие-то экзотические блюда, которые вы, может быть, никогда в жизни не видели, не пробовали, не знали, что даже они существуют такие, а вот там на лайнере вы их смело можете попробовать. Причем это абсолютно может сделать каждый, независимо от того, кем он в своей жизни является в тот момент. Вот такая привилегия для всех пассажиров. И это есть только на лайнере.
Ну, естественно, также там включены все ваши развлечения. Какие могут быть развлечения на борту? Ну, очень много. Начнем с того, что да, дискотеки – это постоянно. Есть даже разные залы дискотечные, есть разная музыка. В какой-то будете слушать рок, в какой-то джаз, в какую-то классику, в какой-то латиноамериканские танцы. Пожалуйста, где вам нравится, там и будете проводить свои ночи. Есть множество баров, где вы можете сидеть с друзьями, есть множество бутиков, то есть там магазины, которые duty free, которые без налогов продают тоже отличные брендовые вещи, и вы можете там себе купить на память, на всю жизнь, это очень интересный, красивый подарок сделать себе или вашим любимым. Также, конечно, там казино для любителей поиграть в казино, и многие люди просто отправляются в круиз для того, чтобы именно играть в казино. Но есть такая категория людей, которые любят или прожигать деньги, потому что у них есть их много, или наоборот зарабатывать таким путем, потому что они азартные люди и им это нравится. Окей, каждому свое в этой жизни. Здесь возможности для всех есть абсолютно. Также, конечно, театры, да, театры это уже для людей интеллигентных, для тех, которые понимают, что есть еще и красивая высокодуховная культура, да, которая тоже очень интересная. И, естественно, там выступают профессионалы, артисты разных жанров, в основном таких жанров, скажем так, зрелищных, которые, ну, не нужно много говорить, да, потому что на лайнере обычно, естественно, есть люди с разных стран, просто огромное количество людей, говорящих на разных языках. Даже, чтобы вы знали, обслуживающий персонал везде на лайнерах практически имеет людей, которые разговаривают, национальности, которые разговаривают в общей сложности, все вместе, да, говорим, на 67 языках. Учитывая то, насколько большой спрос из разных стран уже путешествовать в круизах. И, наверное, будет увеличиваться еще, потому что люди просто хотят быть в круизах. Это красиво, это классно. Это просто несравнимо ни с чем. Поэтому всего там очень много интересного и, конечно же, всего еще много-много-много. Об этом более подробно мы будем говорить в других презентациях. Ну, а сейчас мы немножечко подумаем о том, куда же мы можем путешествовать с нашим круизным клубом или вообще с этими круизными лайнерами. Да, куда вы себе помечтаете, план составите и туда, в принципе, можете найти круизы. У нас они есть в любые направления. И будучи в нашем клубе, вы можете увидеть абсолютно весь мир, абсолютно все материки. И наше руководство даже вот такое нам нарисовало такую картину. В частности, мы были в барселонском круизе, где был и наш президент Майкл Качсон, который с нами во всех круизах, и Франко Дина, о котором я вам уже говорила, да, показывала, испанец тоже наш член руководствующего состава. Вот так он нам предложил. Друзья, как вы думаете, вы хотели бы путешествовать с нашим клубом по всему миру? Конечно, хотим, сказали мы. Так вот, за 5 лет, как, ну, это как максимум для вас, да? Если вы, допустим, будете совершать в год 4 круиза в разные направления, в разные материки, то за 5 лет вы увидите абсолютно весь мир благодаря круизному клубу, благодаря этим круизам, которые мы имеем. Поэтому заходите смело в наш клуб, становитесь членом клуба, становитесь партнером, потому что это еще лучше, сейчас мы посмотрим почему. И вы действительно сможете увидеть абсолютно все, что вы себе наметили, что вы себе придумали. Потому что жизнь наша скоротечна, она очень красивая, она классная, но нужно заниматься в жизни тем, что действительно интересно, потому что просто так жить, лишь бы прожить, это не стоит того, наша жизнь бесценна, и нужно успеть как можно больше. И именно благодаря клубу Incruises, будучи вот в путешествиях, вы увидите очень много, вы познаете очень много. И в то же время вы сможете не только путешествовать, а и зарабатывать деньги. То есть все, что нужно, в принципе, человеку, вы можете воплотить благодаря нашему клубу. Итак, сколько же круизов у нас есть? И действительно это так или нет?
Вот вы видите, что мы имеем по всему миру разные направления, и у нас свыше 5500 круизов, которые вам позволят выбрать на ваш вкус, куда вы хотите поехать. Итак, у нас есть определенные категории, как распределяются круизы. В нашем кабинете после того, как вы станете нашим полноценным участником, вы будете видеть две большие кнопки. Одна кнопка красная называется Global Dream Cruise или глобальные направления. Вот именно там у нас свыше 5500 круизов. Когда вы можете заказывать? Когда, в принципе, хотите. Но самый ранний срок – это месяц после того, как вы вошли и стали членом нашего клуба. Вот такой период. Дальше, пожалуйста, можете хоть каждый месяц, если позволяет ваша накопительная система круизных долларов, потому что у нас они называются круизные доллары. Вот именно та валюта, которой мы оплачиваем круизы. Мы отличаемся немножко от турагентства. И почему это так называется, сейчас вы тоже узнаете. Ну, давайте посмотрим, если, допустим, вы стали членом нашего клуба, насколько дешевле вы будете иметь эти круизы. Ну, как я вам сказала, на 50%. Да? Почему? Потому что 50% у нас покрывает стоимость наш клуб. И из этих круизных долларов вы сможете использовать в первый год 60%. Остальные остаются, и вы можете использовать снова на следующий круиз. Вы можете заказывать столько круизов, сколько вы пожелаете, если вы себе это наметили. Круизные доллары можно зарабатывать еще и другим путем, приглашая людей сюда, в наш клуб. И таким образом вы можете накопить их намного быстрее и намного больше. И второй год даст вам право 70% использовать, третий 80%, четвертый 90%. И на пятый год, если вы будете постоянным членом нашего клуба, если у вас цель увидеть весь мир вместе с нашим клубом, потому что это намного интереснее, то вот таким способом вы можете увеличить свои, количество использования своих круизных долларов. Но это пока только первый этап, который я вам показала. У нас есть намного круче возможности. Итак, есть вторая категория Stimul Dream Cruise. Это зеленая кнопочка, другая, которая есть тоже в нашем кабинете. Здесь у нас уже не 5500 круизов, здесь у нас один круиз на месяц. Из этих круизов у нас уже состоялось, сколько, где-то 16-17 круизов уже состоялось. От того момента, когда открыл свои двери, стартанул наш клуб. То есть по одному круизу на месяц, за 2016 состоялись полностью 12 круизов по всему клубу. То есть, допустим, партнеры из нашей русскоязычной команды были в 4 круизах, да? А другие партнеры, американцы, испанцы, итальянцы, немцы, я не знаю, кто там у нас, другие еще, очень много, Южная Африка, они выбирали себе другие направления. Где-то были с нами в круизе, где-то были без нас. Поэтому все равно круизы эти были от клуба постоянно. И они все продавались, и мы это все видели у нас в нашем кабинете. И у нас еще осталось до конца 2017 года. Вот столько круизов, сколько вы там видите, на каждый месяц. И эти круизы нам компания дарит бесплатно. Вот такое вот интересное слово «бесплатно». То есть я думаю, что это всем очень-очень интересно, и все хотят то, что бесплатно, потому что это всегда греет, да, не хочется платить самим ни за что, но хочется взять как можно больше. И действительно, я думаю, что вам было бы интересно увидеть все эти страны, которые я показала, путешествие при этом абсолютно бесплатно. Ну, а еще если вы зарабатываете деньги, то есть находясь в круизе, вам компания начисляет на счет, даже если вы этого сами не видите в тот момент, даже если у вас нет интернета, даже если вы вообще спите, не знаю, там, наслаждайтесь жизнью во всех этих тусовках, в круизах, в этих экскурсиях, на дискотеке, где угодно, массаж вам делают, а вам капают при этом деньги, вам начисляют деньги, вам приходит email, вас поздравляет компания, вы думаете, что это нереально, это абсолютно реально.
И очень много партнеров, и я в том числе, это уже на себе чувствуем давно. Да, мы и работаем или не работаем, мы путешествуем или мы сидим дома, а нам начисляют деньги. Вот то интересное, что есть в нашем клубе. Давайте углубимся в детали. Итак, я вам рассказала много всего, чем привлекает наш клуб и чем он отличается от любых турагентств. А теперь давайте посмотрим, как же нам стать участником. Да, у нас модель членства. И чтобы здесь стать членом клуба, нужно сначала что-то оплатить, какое-то свое участие. Для этого наши члены клуба платят $100 в месяц за эксклюзивное участие. Почему эксклюзивное? Потому что когда вы платите $100, вы имеете возможность ко всей базе вот этих круизов, которые я вам сказала, вы будете иметь их у себя в кабинете, вы будете иметь круизный поисковик, и вы можете все это видеть, вы можете выбирать себе круизы, вы становитесь сами себе туроператором. И вы можете бронировать прямо из вашего кабинета и себе, и своей семье, и даже чужим каким-то людям, которым вы хотите подарить круиз и взять с собой. Это тоже возможно, поэтому это эксклюзивно. Такое возможно только для того человека, который становится членом клуба. И не только это. За то, что вы это сделаете, вас моментально клуб благодарит и добавляет вам от себя еще в подарок еще $100. И таким образом у вас сразу в кабинете будет нарисовано, но это совершенно реальные деньги. 200 круизных долларов. И именно этими круизными долларами мы оплачиваем любые круизы. И это не фантастика, это тоже все правда, потому что когда мы бронируем этот круиз, то нам приходит сообщение и приходит распечатка, в котором есть логотипы данных лайнеров, с которыми мы будем отправляться в данный круиз. Поэтому это абсолютно легально, это все связано именно так, как я вам рассказывала, напрямую с круизными линиями. Вот подтверждение того, что мы бронируем напрямую от круизных компаний. И благодаря тому, что нам клуб дарит эти 100 круизных долларов ежемесячно, мы накапливаем себе по 200 круизных долларов каждый месяц. Это безболезненно, это легко. Вы занимаетесь своими делами. Главное, чтобы вы оплатили это членство, и вам моментально дарят еще 100. И таким образом вам все круизы будут намного дешевле. Это если вы просто будете членом клуба. Ну, а у нас есть еще другая возможность. Другая возможность, которая открывает широко очень дверь вообще в необычайную жизнь. Это крутой бизнес. Бизнес, который даст вам в жизни намного больше. Вы сможете достичь особых высот, вы сможете выйти на пассивный доход, на лидерский доход, на деньги, которые исчисляются в тысячах долларов ежемесячно. И эти деньги могут начисляться абсолютно пассивно, без вашего участия. После определенной работы, конечно, когда вы ее уже сделаете. Ну, чтобы что-то получить, нужно сначала что-то сделать, правильно? Но наш клуб это дает. Итак, давайте рассмотрим более подробно, как мы можем стать участником или бизнес-партнером нашего клуба. Значит, самый лучший вход – это вход вместе, то есть стать и членом клуба за $100 в месяц, как я вам говорила, и добавить от себя еще $195 один раз в год, и оплатить сразу всю сумму 295, не раздумывая долго, потому что таких возможностей вы не найдете абсолютно больше нигде. Ни в интернете, ни на земле, можете искать сколько угодно. У нас уникальное предложение. У нас монополия на круизный отдых. Поэтому $295 за такой шикарный бизнес и за такое предоставление круизов дешевле – это совсем маленькие деньги. Заходите именно на 295, и вы возьмете все, что вам дает клуб. И кроме этого еще и подарки. О них мы тоже узнаем скоро. Но если вы пока не можете оплатить все вместе, заходите как можете. Мы тоже лояльны и тоже даем такую возможность. Можете зайти просто как партнер, оплатив $195 раз в год,
И вы уже имеете право приглашать людей, вы имеете рефсылку и вы можете зарабатывать деньги. Если вас не интересует заработок, вы хотите просто быть в круизах, захотите как член клуба, платите $100, получаете 200 круизных и наслаждайтесь жизнью. Но мы говорим, что от жизни надо брать все. Все, что она нам дает, если мы умеем ценить эту жизнь и самих себя. Итак, три причины быть партнером InCruises. Первое. Чтобы получить свое бесплатное членство. Так у нас называется вот то наше святое, к чему мы стремимся все вместе с вами, потому что это очень интересно. Мы освободим вас от оплаты членского взноса в размере $100, говорит компания, и вы по-прежнему будете зарабатывать 200 круизных долларов, которые вы можете использовать для бесплатного круиза по миру, по всему миру с нашей программой «Пригласи 5 для бесплатного членства». То есть вы, наверное, поняли, да, что вам нужно оплатить $100, но если вы не хотите их продолжать дальше платить, вы можете быть освобождены. Пригласите быстро 5 членов, как только можете быстро, постарайтесь. Это, конечно, зависит от вас, когда вы это сделаете, тогда вы и будете иметь вот это бесплатное членство и будете получать 200 круизных долларов в подарок от компании. Дальше, второе. Если вы продержитесь на этом бесплатном членстве в течение 3 месяцев после вашего первоначального активационного платежа, мы разрешим вам использовать 100% ваших круизных долларов в любом круизе, который вы пожелаете каждый год, независимо от того, как долго вы являетесь членом клуба. Если помните, когда я говорила о том, что вы можете использовать 60%, 70%, да, там первый год, второй, и это было только для членов клуба, так вот, весь этот процесс вы можете ускорить даже до 1 месяца. За 1 месяц, а кто-то и даже за неделю, может выйти на бесплатное членство. И с того момента, если вы 3 месяца продержитесь, что значит 3 месяца продержитесь? Вы пригласите 5 человек, которые зайдут к вам на $100, и они будут 3 месяца проплачивать по $100. Тогда вы не будете уже платить, вам будут все равно по 200 круизных начислять, и после этого вы имеете право полностью платить любые круизы 100% из ваших круизных долларов. Вам не нужно доплачивать ничего, никакими картами, никакими лишними деньгами. Да? И таким образом вы имеете бесплатно круизы. Вот, как вы видите, та реальная картина, о которой я вам хотела рассказать. И третье. Чтобы построить свой собственный независимый бизнес и доход с надежным, прибыльным маркетингом, используя продукт удовольствия, о котором мечтает большинство людей, путешествуя по миру. Потому что наш продукт самый красивый. Наш продукт – это удовольствие. Его очень легко людям предлагать, потому что людям нравится. Потому что скоро каждый второй турист будет в круизах. Это уже статистика тоже от круизной ассоциации. Итак, как же мы можем зарабатывать в нашем клубе? Давайте рассмотрим пути заработка. Наша компания платит нашим партнерам 5 разными способами. Первый – это моментально, когда вы можете, подписав ваших людей, которые к вам зайдут желательно на $295, вы сразу получите моментальные мгновенные бонусы. И это очень классно, потому что вы сразу можете их выводить на наши карты. У нас очень сильные платежные системы, которые работают напрямую с банками, да, и поэтому вы, заказав карты Pioneer, например, у нас есть платежная система, ePayment платежная система, можете заказать эти карты и получать они в течение 2 недель придут вам домой. И вы можете в любом банкомате мира выводить себе деньги. Или же можете даже выводить на Яндекс.Деньги, на WebMoney, на биткоины или на банковские счета. Поэтому, если вы хотите зарабатывать много и быстро выводить, приглашайте людей на 295. Почему я вам и сказала, что это лучший вход. Дальше, это еще не все. У нас есть следующий доход, это пассивный. Это тот доход, который мы все хотим и нам очень нравится. Это то, что когда мы находимся в путешествиях или где угодно, или мы уже ничего не делаем, а наша команда проплачивается, или ей платит компания в подарок, мы все равно получаем деньги постоянно, ежемесячно или ежедневно, а скоро и будем ежеминутно получать.
Итак, и еще это не все деньги, а следующее это лидерство. Это лидерский доход, это ежемесячный лидерский бонус, который нам платят в конце месяца. У нас идет, подводится товарооборот, итог нашего товарооборота в команде, это уже командный, да, лидерский бонус. И 1 числа следующего месяца мы получаем снова чек, мы получаем снова большую сумму денег, какую сейчас вы видите. Итак, давайте остановимся подробнее на том, что вы можете и как вы можете заработать именно в нашем клубе как бизнес-партнер. Итак, первое – это мгновенные партнерские бонусы. То, что я вам сказала, что вы можете выводить сразу, в течение 24 часов, если вы заведете людей на 295. Это считается в каждый календарный месяц. Итак, если вы заводите одного партнера, вы получаете сразу $50. Если вы заводите второго, вы получаете $60. Третьего – 70, четвертого – 80. 5-го 90, 6-го 100, 7-го 110, 8-го 120, 9-го 130, 10-го 150. Это в один календарный месяц. Если вы заводите еще 11-го и 12-го, за всех последующих вы получаете по $150. Я думаю, что никто не откажется от такого существенного дохода, который выплачивается моментально. Таким образом, вы можете быстро вернуть свои деньги и сразу получить доход, отличный доход. И этот доход не просто так себе взяли деньги и все, а именно эти деньги создадут ваш фундамент в вашей команде. И дальше уже эти люди, которых вы пригласили, они начинают работать и создавать под вами уже следующие бонусы. Пассивный доход, лидерский доход, это уже от них зависит, понимаете? Вот таким образом по цепочке начинает расти ваш крупный доход. И здесь вы видите, что этот бонус накопительный, и сколько приблизительно вы можете заработать. Ну, это можете сами посчитать калькулятор по этому слайду и посчитать, сколько вы можете заработать, если вы пригласите столько, или если вы пригласите столько, да, людей. Это простая арифметика. Плюс здесь еще написано круизные доллары. Да? Почему так? Потому что здесь включен еще и второй бонус. Вот смотрите. Второй бонус – это продюсер-бонус. То есть, если вы приглашаете людей и, допустим, пригласили уже троих, да, то кроме того, что вы получили 50, 60 и 70, вы получите еще 100 круизных долларов. За каждую тройку новых членов клуба, это тех людей, которые зашли просто на $100, вы получаете продюсер-бонус – 100 круизных долларов. Если вы пригласите 6, значит, сколько вы получите? В тот же месяц, говорим, да, каждый календарный месяц вы получите 200 круизных долларов. Вот, пожалуйста, вам не надо уже платить как бы $100, а вы еще 200 круизных получили, понимаете? То есть вы еще 3 пригласили, значит, сколько еще 100 круизных? Вот вам уже сколько у нас? 300 круизных долларов за месяц у вас уже накопилось на вашем счету. 300 круизных долларов – это уже классный круиз. Это уже классный круиз, это уже круиз, скажем, на 4-5 дней, куда-то вы можете уже поплыть в интереснейший круиз. Супер! Поэтому, как видите, у нас компания дает возможность только зарабатывать деньги, не только платить по $100, как кому-то страшным это кажется, а наоборот, это супер, потому что именно эти проплаты нам дают пассивный доход. Но, кроме того, еще и компания нас не удерживает, не задерживает. Если вы хотите быстрее накопить круизные доллары, пожалуйста, приглашайте, вы их накопите. Вот, и дальше ваша команда строится, вы выйдете на пассивный доход. Но как же нам выйти на пассивный доход? Прежде чем мы выйдем на пассивный доход, на следующий, третий наш бонус, мы должны добиться бесплатного членства. Именно то, о чем я вам говорила, что у нас самое интересное. То есть вы троих уже пригласили, еще пригласите двоих. Еще два члена клуба, которые зайдут на $100, 5 человек, и у вас откроется бесплатное членство навсегда, на всю жизнь. Главное, чтобы ваши 5 членов клуба проплачивали сами или тоже сделали по 5, им платила компания, и у вас была вот эта активация. И вы забудете, что такое платите со своего кармана $100, который вам не хочется отдавать, но будете с радостью получать 200 круизных подарок от компании.
И 100% вы сможете использовать эти круизные доллары на любые круизы, на любые путешествия, которые вы сами себе выбрали. Это прекрасно, это супер. И у нас уже много партнеров имеет. Каждый месяц в кабинете у них растет эта сумма. Растет эта сумма. Я уже была в трех круизах, и у меня уже свыше 3000 круизных долларов еще меня ждет. Я уже не знаю дальше, куда планировать. И туда хочу, сюда хочу, хочу. И везде хочу, и круизные доллары растут, понимаете? Потому что даже уже забываешь, когда там месяц прошел, а они опять начислили. Все у нас четко работает. Как вывод денег четко работает в ту же секунду, как все положено. В ту же секунду все начисляется, когда кто что заработал. Также у нас и круизные доллары в ту же секунду начисляются. И круиз, если вы забронировали, все четко у нас тоже работает. Поэтому у нас работать это просто удовольствие, а не только быть в круизах, да, что само собой удовольствие. Итак, вы поняли, значит, дальше ваша задача выйти на бесплатное членство, но это не задача, это мечта. Вот если вы эту мечту осуществите, все, дальше вам открыта дверь в сказочную жизнь. И потом вы будете квалифицированы на пассивный доход, если... Значит, если вы сделали 5 человек, и один из этих 5 то же самое сделал, 5 человек тоже вышел на бесплатное членство, вы получите квалификацию, она делается один раз, ее не нужно делать ежемесячно, не нужно что-то продавать ежемесячно. Один раз вы это сделаете, вы будете квалифицированы на получение пассивного дохода от всей структуры под вами, от каждого под вами до 5 уровней. Поэтому помогите одному из ваших 5, и вы будете получать отличный доход. Какой? По 5 долларов с каждого активного члена клуба в вашей команде. По 5 долларов с одного – это мало. Но если под вами уже будет строиться армия, она по-любому будет строиться, потому что если вы 5, они 5, те 5 и те 5, вот, пожалуйста, ширина не ограничена, то здесь вы сначала будете иметь 5, потом 25, потом 250, потом 2500, потом 25 тысяч, потом уже не знаю сколько тысяч, это только которые вам сложатся от 5 долларов, которые люди будут проплачивать или не будет проплачивать компания за членство. Поэтому, в принципе, и этого уже нам более чем достаточно, чтобы полюбить такой прекрасный клуб. С таким шикарным предложением. Столько всего я вам перечислила, что дает нам клуб. И, в принципе, даже ради этого уже стоит здесь быть. Просто даже ради бесплатного членства, чтобы иметь бесплатные круизы и путешествовать по миру, по всему миру, в такой шикарной жизни, которая вам даст очень много. Сколько много и всего это в других презентациях. Я сейчас просто говорю о фактах. Но и это еще не все. Компания любит нас, компания хочет нас вознаграждать, и она может. Почему? Потому что главное достоинство ума нашего руководства – это не только в сотворении вот этой прекрасной идеи этого клуба, да, а и в том, что наша компания не тратит деньги на рекламу. То есть, если другие турагентства тратят огромные денежные средства, которые исчисляются просто в миллионах долларов, наверное, ежегодно, это не, наверное, это точные данные, не мои, а экспертов в туристической сфере, действительно, они тратят миллионы долларов на рекламу, чтобы продать, сделать продажи, круизов, туров, всего что угодно. И действительно, это все пользуется спросом. Почему? Потому что людям нравится путешествовать. То наш клуб не использует ни цента. Наш клуб очень умный. Он не тратит деньги на рекламу абсолютно. Зачем? Почему? Они выбрали намного более разумный путь. Это сетевой маркетинг. Это MLM. Это маркетинг, который из уст уста передает всю информацию, то, что делаем мы, то, что делаю сейчас в данный момент я. Я просто рассказываю вам, делюсь информацией. Вы дальше понесете в массы, тоже будете рассказывать. И так мы передаем, и все оно работает и без участия компании. Компания выбросила эту информацию, мы ее подхватили, нам она понравилась, мы понесли дальше. Все пошло по цепной реакции. Сейчас уже это просто не остановить. Даже если компания хочет остановить как-то, ну, разве что, может быть, она бы поставила точку и закрылась, но она не собирается закрываться, потому что у нее планы дальние, потому что здесь
эта компания будет работать и жить много лет, это уже тоже доказано. Вот. Поэтому все деньги, которые компания могла бы потратить на рекламу, и кто его знает, добилась бы ли такого результата, потому что конкуренция огромная в нише туризма, да, она отдает нам, нам, партнерам, которые делятся информацией, привлекают сюда новых участников и таким образом зарабатываем деньги, потому что эти деньги отдают нам маркетинг, именно вот на эти бонусы, о которых я вам рассказываю. Нас вознаграждает за нашу работу. И все довольны, компания довольна, потому что они говорят очень красиво, привлекает сюда новых людей, и она не дает, не платит, не тратит лишние деньги, не имеет лишних расходов. Вот. И таким образом она может сэкономить часть денег, которые она получает за круизы, которые мы покупаем у них дешевле, но компания, имея выходы на круизные линии, берет эти круизы еще дешевле, поэтому имеет свой доход процентный, да, от продаж круизов, она эти деньги тратит именно на круизные доллары, чтобы дать нам круизные доллары, которые нам предоставят дешевле круизы. Понимаете, как это все циркулирует и как это все умно построено и почему здесь можно спокойно работать и что здесь все просчитано и поэтому мы все довольны. Итак, говорим о лидерских бонусах. Вот здесь, пожалуйста, вы можете зарабатывать еще очень большие суммы денег, и это рост вашей карьеры. Итак, первый статус или первый ранг, который мы можем добиться, когда мы начинаем уже строить команду, это плюс еще $500 в конце месяца наша зарплата, как я ее называю, наш лидерский доход. Кроме пассивного, кроме мгновенного, кроме круизных, вы можете иметь $500 ежемесячно. А если вы построите команду 30 человек ваших личных или в вашей команде, и с каждой веточки вашей по 40% товарооборот засчитывается, и вы делаете квалифицированный товарооборот $3000, это те люди, которые по $100 платят, да, и имеете вот такую сумму денег. Затем ваши люди продолжают работать, и у вас уже растет товарооборот до 10 тысяч квалифицированных, да, потому что почему квалифицированные? У нас может быть 10 тысяч товарооборот, но или, скажем, у нас может быть 20 тысяч товарооборот в нашем кабинете, мы это видим, потому что под нами может уже не 100 членов команды, может 200 членов команды, да, но нам засчитывается здесь только 40% от ветки, это тоже очень большие деньги. Вот, и именно вот 40% от каждой ветки нам засчитывается в товарооборот квалифицированный. Поэтому вы можете выйти на сеньора маркетинга, когда у вас будет квалифицированного товарооборота $10000, да? И тогда вы будете еще иметь плюс $1000 в конце месяца, вернее, 1 числа, следующего числа вы можете уже выводить эти денежки и радоваться жизни. Это еще плюс к тем пассивным деньгам. Следующий ранг – это уже маркетинг-директор, еще более серьезный ранг. У нас каждый новый ранг – это еще более серьезный статус, который возвышает вас в глазах всей команды, возвышает вас лично в своих глазах. И вообще вам жизнь нравится все больше и больше, потому что вы уже будете получать $2500 этой зарплаты 1 числа следующего месяца, плюс к вашим пассивным доходам, тех по $5, это как минимум будет $1250. Ну и еще мгновенно, если вы будете там время от времени приглашать, продолжать приглашать личных, что мы очень советуем, потому что это ускорит ваш рост в статусах. Вот, поэтому следующий, это еще не все, вы можете стать сеньор-маркетинг-директором и получать $5000 дохода лидерского в конце месяца и пассивного дохода. У нас очень много людей уже на маркетинг-менеджере статусе в компании, очень много людей уже на сеньоре маркетинг-менеджере статусе, и у нас уже наша Оляра перескочила все ранги, вот она сеньор-маркетинг-директор и уже удерживает несколько месяцев и стремится к следующему, думая, что совсем скоро станет следующим. Поэтому, друзья, здесь есть где поработать, здесь есть где развернуться, и это еще не все, вы можете расти дальше. Вот, пожалуйста, региональный директор, если вы имеете 100 тысяч квалифицированного дохода,
товарооборота, вернее, вы будете получать 15 тысяч зарплату в конце месяца плюс 5 тысяч пассивного дохода как минимум. Он может быть больше, если ваши люди активно работают, а у нас очень активно люди работают, у нас каждый день новые регистрации, а сейчас просто ускоренными методами, темпами идут регистрации, потому что люди хотят еще взять подарки, у нас еще и это есть. И вот вы можете так быстро создавать команду, которая будет вас выносить из статуса на статус, из ранга на ранга. На ранг. Вот национальный директор, это уже 30 тысяч долларов в конце месяца. И плюс 10 тысяч долларов пассивного дохода. Крутой доход в самой крутой индустрии, которая существует в мире. В туризме и в круизной индустрии. Поэтому, друзья, не ищите ничего другого, лучше на свете нет. А следующий статус – интернациональный директор. Это 45 тысяч долларов в конце месяца. Ваш лидерский доход плюс 15 тысяч как минимум пассивного дохода. Вот, о мгновенном я здесь не говорю, можете приглашать, можете не приглашать, как вы себе хотите, вам все равно эти деньги дадут, потому что команда уже под вами не остановится, она будет приносить вам деньги. И также вы еще и получите в подарок красивые такие шикарные часы Rolex Yachtmaster, которые очень дорогого образца, и, конечно, они вам будут очень идти, как очень солидному бизнесмену в круизной индустрии. Ну и последний бонус, на этом все, но это уже вас вынесет на ранг миллионера. Это глобальный бонус, который вам даст 55 тысяч долларов лидерского начисления в конце месяца, плюс 25 тысяч как минимум пассивного дохода и плюс 5% от общего пула, от общих продаж нашего членства в InCruises компании лучшим, значит, партнерам, которые вышли на статус Executive Director. Ну вот, друзья, очень много информации, я знаю, но вся эта информация для вашего размышления и внедрения в вашу жизнь. Вы должны быть лучшими, вы должны жить в самой красивой жизни вместе с InCruises, с путешествиями, и зарабатывать такие высокие доходы, наслаждаясь жизнью. Но и это еще не все. Если вы хотите от жизни взять все самое лучшее быстрее, намного быстрее, то, конечно, постарайтесь пригласить в этом месяце, в июне, как минимум 4 человека, партнера, члена, которые зайдут на 295, но я советую больше, потому что у нас уже начались гонки, и уже есть люди, которые пригласили и 4, и 5, поэтому их нужно будет обгонять. И уже, в частности, у нас Фред, там есть такой немец, который очень активно работает, у него последнее, что я видела, сегодня, может, уже и больше было, 5, то есть он уже заработал 2500 круизных долларов. Конечно, до конца месяца все может поменяться, но смотрите, что вы еще можете получить в подарок. Это наш промоушен. Кроме всех бонусов, которые я вам рассказала и вам назвала, компания дарит вот эти стимул-круизы. В этом месяце раздаривает круизные доллары, чтобы вы могли себе взять любой из этих круизов, которые вы хотите. И в этом могут участвовать абсолютно все партнеры. И старенькие, которые у нас уже давно, и новые, которые сегодня сейчас заходят. Возможно, даже люди, которые зайдут завтра, послезавтра, но успеют быстро сделать свои 4, 5 или 6, или перегнать всех, даже тех, которые начали работу с первого, и выиграют эти круизные доллары. Друзья, это совсем не сложно, если вы постараетесь. Постарайтесь быстренько рассказать миру о таком прекрасном бизнесе. Что вы можете получить? Вы можете войти в топ-десятку и получить или 2500 круизных долларов в подарок, это кроме всех бонусов. Или 1500 круизных долларов, если вы на втором будете месте. Или 1000 круизных долларов, если вы на третьем месте. Ну, я думаю, что вы знаете. А те, кто не знает, кто у нас новенький, я скажу, что вот такие суммы круизных долларов, это как минимум один или два круиза уже вы имеете в подарок. Или одну каюту на двух человек полностью шикарную вы себе покупаете за вот эти круизные доллары. Вы, может быть, зашли бы только сейчас, зайдете только сейчас на 100 круизных, на 100 долларов своих, да, как член клуба активируйтесь. И пригласите быстренько вот столько людей, чтобы выйти на это первое место. Как минимум 4, я говорю, больше надо, потому что у нас уже соревнования в клубе есть, и люди работают. Но если вы сможете, пожалуйста, то вы
выиграете 2500 круизных долларов или 1500, и можете смело покупать себе круиз, а вы только зашли. Круиз даже на двух человек полностью бесплатный. Я думаю, что от этого нельзя отказываться, надо за это побороться. Вот, если вы на четвертом месте 500 круизных долларов получите, если на пятом 400, если на шестом 350, если на седьмом 300 круизных долларов, тоже классно. Если на восьмом 250, если на девятом 200, если на десятом 100 круизных долларов. Ну, а если вы все равно будете приглашать, значит, там еще продюсер бонус вам даст по 100 круизных долларов, так, за ваших приглашенных, поэтому будут еще расти круизные доллары, кроме денег, которые будете выводить. У нас две кассы, два кошелька отдельно. В одном окошке мы видим круизные доллары. Эти мы можем использовать только для круиза, мы не можем их выводить. Мы за них покупаем круизы в нашем кабинете. И другое окошко – это реальные доллары, которые мы выводим на наши карты для наших нужд в нашей жизни. Итак, и еще другой способ для наших больших крупных лидеров, которые уже на рангах. Постарайтесь стать на статус директора в этом месяце, на новый статус директора, если вы уже директор, на любой статус директора, если вы senior маркетинг или маркетинг менеджер. И, пожалуйста, вам тоже компания даст 2500 круизных долларов, даже если вы не пригласите никого. Но под вами работает очень красиво ваша команда. Благодарите вашу команду и за то, что она вам дает, за то, что она упорно работает. И ваша команда, конечно, вас, за то, что вы им показали такой шикарный бизнес, и за то, что вы их сюда пригласили, и за то, что вы им указываете путь и помогаете. И вы будете все довольны, будете вместе проводить красивое время в круизах. Ну, а как рекламировать наш бизнес, тоже очень легко и несложно. Во-первых, у нас есть все необходимые инструменты в нашем кабинете. Это наша персональная реферальная ссылка после того, как вы станете партнер, ваш личный бизнес-эмейл, если вы хотите его сделать со словом логином, вернее, с доменнеймом incruises.com, вы можете это сделать себе индивидуально, да. Неограниченная email-рассылка, система есть с готовыми шаблонами на английском, на испанском языке, где внедрены даже видео, и вы просто вводите email, и тысячи-тысячи таких email-рассылок можете делать на всех людей, кого вы там имеете где-то запас контактный список. Также визитки уже с вашими данными готовые в нашем кабинете, вы можете загрузить и раздавать людям. Если вы любите на земле приглашать людей, что тоже очень приветствуется и тоже очень хорошо работает. Вебинары, тренинги от компании, маркетинговые промо-материалы от компании, их очень много в нашем кабинете, там, где документы, ресурсы, документы тоже на трех языках, уже в том числе на русском и уже готовятся на итальянском, еще есть на испанском, английском. И мобильное приложение. Это то, что дает компания. Вот, ну а мы от себя еще наша русскоязычная команда имеем тоже ежедневные вебинары, которые вы посещаете, можете посещать и ваших людей приглашать. И также наш канал, на котором есть все необходимые записи, уже готовые, можете давать вашим людям. Чаты, куда мы заводим наших людей, даем, оказываем помощь. И вообще все, что угодно, спрашивайте вашего спонсора или человека, который вас пригласил, и вы действительно получите профессиональную помощь и поддержку. Потому что каждый наш партнер заинтересован, и каждый наш спонсор заинтересован помогать своей структуре, потому что вы видели, что именно команда выводит его на супер деньги. Итак, не думайте долго, не откладывайте в долгий ящик, потому что такого предложения больше нет на рынке. Вступайте в клуб, вступайте за 295 как партнер и член. Разница от 100 до 295 не очень большая, не существенная, но она вам даст намного больше возможностей. И если ваши люди тоже так будут заходить, вы очень быстро построите команду, которая вам вернет по 100 раз назад эти 295 намного быстрее, чем вы просто зайдете на 195 или на 100 и будете тянуть время, кота за хвост, долго думать, пока мы там еще в трех круизах уже вернемся с трех круизов или четырех, уже заработаем тысячи долларов, уже выйдем на ранги, уже все насладимся жизнью и будем на пассиве, а вы еще будете думать, не думайте, у нас есть такие люди, несколько человек, а потом они хватаются за голову и говорят, а я, почему я не был в этом круизе, а почему я не заплатил раньше, а я хочу, а мне не хватает, а зачем?
Вот, подумайте о том, что жизнь одна, и она, наше время уходит. Вот, делайте сегодня и сейчас для себя самое лучшее. Ну и все, и стройте команду, тут ничего сложного нет, тут все просто, все очень интересно. Поэтому добро пожаловать в наш круизный клуб, и до встречи в прекрасных круизах.